нами вязались, короче, какие-то малые, блядь. Они надоели нам уже за 5 минут. Что там, поназывалось? Смотрите видос, может понравится сколько. Слышишь? У нас есть фонарик, но он слабенький. Только не шумите, я вас прошу. Лады? Ты уже экскурсом. Только тихо, не заходи. Сейчас спасут. Бегайте быстро. Ну посмотрим. А что там? Не знаю. Потише. Главное потише ведитесь. Возле окон аккуратно. Это турбина, по-моему. Турбина, вытяжка. Нас бы уже словили, если бы увидели давно. Какие трубы жесткие. Железные. Давай. Тут выстрел к нам быстро. Тишина. Что тут делали вообще, ты знаешь, на этом заводе? Что это вообще такое? Почему-то Алёша корабль строит, а я сам кристалл. А что кристалл называется? Ну, я тоже не понимаю. Сейчас, если птица залетела. Все может быть, Николаев такой. Ну что, вытяжки, походу. Посыпалось немножко. Прикинь, какой тут спортивный комплекс можно было бы сделать. Тут еще все печально тебе. Thank you.
не печь, это я не знаю, что такое. Тут ничего интересного нет. Печать. Смотри, Жек. Ну, сейчас, пацаны. А нахера сюда притащили колеса? Там никого нет, Жек. А там один раз из балка и закрылся. А мы быстро и свалим отсюда. Давайте лезьте только аккуратно. Что, поперли? Ментов могут быть. По бырам, короче. Смотрим и валим отсюда. А? Не, пока никого нет, Жек. Они бы вызвали уже мусоров, они бы давно приехали. Да, я понял. Ну все, в принципе, можно валить. Начали толкаться, я говорю, по одному еще дурачки. Вот тебе сыграй экшон. Экшон. Ну пони, ду, короче, слышал. А это живил сверху тут еще. Короче, вот такой влог. Залаз. Да, жестоко, мы еще не снимаем, короче, это печально.